Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о самом ярком, по моему мнению, конкуренте бюджетных ручек Parker и тем более наших родных ручек от фирмы Pilot, а именно о ручке китайской компании Xiaomi Mihami Pen. Отзыв публикую после месяца ее использования, очень надеялся, что она поцарапается или выйдет из строя для разоблачения в ролике, но это не случилось. Эта шикарная ручка за 120 рублей со швейцарским стержнем и японскими чернилами не только не сломалась, потекла или потеряла свой внешний вид, но и, что для меня крайне немаловажно, за счет того, что она довольно быстро бросается в глаза, не была мной потеряна за это время. Стержень выдвигается поворотом верхней части, сдвигается назад также. Металлическая вставка содержит лого, на вид ручка выглядит надежно и приятно. Пишет она черным цветом, в комплекте один стержень. Стержень можно купить отдельно за 120 рублей, 3 штуки в упаковке. Преимущество: стержень от швейцарской компании Premac, механизм вращения рассчитан на 50 тысяч раз, японские чернила. Что покупаю сам, то советую вам. Ручка огонь, пользоваться рекомендуют, удачи вам.